Здравствуйте, дорогие телезрители! Игра «Думай, знай, познавай» вновь с вами. 5 вопросов, как всегда, готовы. И, как всегда, мы готовы задать их очередному нашему участнику. Ну и, конечно же, надеемся, что он на них правильно ответит и выиграет кубок «Видное ТВ». Поехали! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Максим Сидоров. Максим. Миша Филипп. Миша. Меня Кирилл зовут. Ну что, Максим и Миша, сегодня мы играем с вами. Я задам вам 5 вопросов. Надеюсь, вы мне на них правильно ответите. Первый вопрос. Как называются животные, которые едят как растения, так и других животных? Всеядные. Всеядные, да. А насколько уверены? На 5 баллов. На 5 баллов. На 5. Это правильно. Действительно, они всеядные. Ну, видите, как хорошо. Отличный старт. Для измерения каких расстояний используется величина световой год? Я не могу предположить. Вот световой год. Световой год. Я не знаю. Сейчас подумаю. Ну, чего-нибудь. Это такое большое-большое расстояние. То есть, знаете, что такое световой год? Это год лететь со скоростью света. Камерой звука? Ну, да. Нет, вот. Это год лететь со скоростью света. Вот для чего мы меряем? Что мы меряем? Расстояние какое? Карта, что ли? А? Карта. Карты? Нет, ну вот обычно, например, там от одного города до другого города мы меряем в километрах, правильно? А здесь такое огромное расстояние, то есть год лететь со скоростью света. Что мы расстояние? Года. Okay. А еще какие предположения? Нет никаких. Мы этим расстоянием, мы этой единицей измерения меряем расстояние между планетами. Ничего страшного. Одна из пословиц звучит так. Мал золотник, да? Невелик. Невелик. А что за золотник? Золотник, вот я вам рассказываю, это такая маленькая золотая монета была раньше. Вот пословица звучит так. Мал золотник, да? Богат. Богат. А еще предположение? Не знаю даже. А на сколько ты оцениваешь свой ответ? Ну, на 2 балла. На 2 балла. Я тебе зачту его, но правильно звучит так. Мал золотник, да дорог. В чем, как правило, измеряется масса драгоценных камней и минералов? Варианты ответов. В каратах, в граммах или в килограммах? Что караты, не можете подсказать? Караты. Караты – это единица, такая же измерение. Тяжелее или легче? Легче. Ну, скажем так, не то, что она тяжелее, легче. Она, это единица измерения, как вот грамм, килограмм в каратах. А на сколько уверена? Ну, на 3 балла. На 3. Это правильно, действительно. Минералы мы меряем в каратах. Последний, 5-й вопрос. Из скольких миллиметров состоит один дециметр? Из 100. 5. Из 100 – 5 баллов. Это правильно, действительно, 100 миллиметров. Ребят, 20 баллов не набрали, но все равно, как я вам обещал, вот поощрительные призы – это такие, скажем так, уникальные браслетики с символом игры. Пожалуйста. Спасибо. Держите, носите. Ну и смотрите нас на телеканале «Видное ТВ». Спасибо вам огромное.